Хей, йоу, гейс, с вами Шивки, и мы продолжаем бродить. Рупа назвали Спанч Боб Сквепенс в бикини, вот там. Окей, мы остановились на том, что мы добрались, ну, мы в джунглях побывали, водорослевых. У нас еще осталось, получается, вот я обнаружил, это сон губки Боба, да, сюда тоже можно попасть. Летучий галатис, сон губки Боба и... Чамбакет. На Чамбакете я как раз такую вот херню увидел, которую, как я понимаю, можно активировать. Также, чтобы сэкономить время, я у Патрика забрал две лопатки, ну, за носки. И у мистера Крабса еще один купил. Поэтому... Вот. Еще есть лопатка, нихера себе. Нам нужно всего 75 лопаток, чтобы пройти дальше, поэтому как-то так. Почему я не могу туда запрыгнуть? Вай. Странно. И где я? Так, в смысле? А как мне... Мне как труханы нужно достать. А, вон оно как. Вот и все. Flash, sponge wearing five pairs of underwear coming through. Fresh, like a spring breeze. Ну что, думаю, погнали, наверное, в сон. Потом к летучему гланцу. Хочется спать. Во сне приходит сны. Что за беда случилась в этом подводном сонном царстве? Пузыри сна? Меня окружают пузыри сна. Интересно, к чему бы это? Гэри, что ты здесь делаешь? Ах, так я сплю. Значит, первым делом выясню себя усы. Выясню. Thanks, Gary. Спасибо, Гэри. Они и прямо придают мне суровый вид, правда? Новое задание? Ну, мне не помешало золотые лопатки, но с чего же начать? Хочешь сказать, я каждый сонном пузыре по золотой лопатке? Я готов! Yes, Gary, хорошо, Гэри, я буду осторожен. Так, что у нас здесь? Во-первых, возьмем, наверное, гамбургер. Как заправка для сна, да? Вот так как-то. Так, подождите, в каждом пузыре что имеется под пузырем? Не понял. Почему я не допрыгнул? Так, могу ли я запрыгнуть на облако, которое снизу? Нихера себе. И как это... 998, 999, 1000... Ready or not, here I come!
Ну, я примерно понял. Во-первых, надо успеть. Ждем перекрута и перепрыгиваем. Здесь главное поймать вот этот тайминг. Знаете, такая еще музыка главная. Странная. Я с какой скоростью должен был бежать? Ну, я бы не сказал, что это сложно, но это такое себе. Раз, два, три, четыре, пять. Я понял, короче, только лучше так разбираться. Чего мне мяч? А, я понял, для чего мне мяч. Но я просрал момент. Сначала я не понял, потом как понял. Зараза. Надо было, походу, сделать не двойной прыжок, а прыжок и подъем. Побежали, побежали, побежали. Там Патрик, мистер Крабс. Ну почему? Что за бредятина? Ай, бесите. Просто 10 минут никуда. Это только начало. Я смотрю, там еще много паркура нас ждет. Е-мое! Так, ну там вниз получается спуск, это я буду сейчас съехать, да? Мне главное вот эту лопатку забрать, мне нужно 75 лопаток. 75 лопаток это равняется тому, что я смогу пройти финал. Поэтому... это так. Самое классное, если понимаете, ты падаешь вниз, ты начинаешь с домика. А с домика я начинать точно не хочу.
Я понял, спасибо. А тут иначе никак. Он не хочет доставать. Я пытаюсь. Там просто есть, короче говоря. И я ровно сделал это. Да идите в жопу, короче. Другие лопатки подсобираю, носки еще найду где-то, может быть. И носки заюзаю. Надо, пойду вон. Использую херню, где можно накопить деньги. На деньги потрачу. Нихера себе. А куда я прыгал? Самого заново момента. Да? А нет. А, нормально тогда. Так сойдет. Ладно, погнали к Сэнди. Не думаю, что мы тут много всего насобираем на самом деле. Ох, черт, американцы. Ого, у тебя такой огромный сон. Техасе все большое, даже с ней. Иначе ты с легкостью доберешься до лопатки на вершинке вон того золотого желудя. Мой сон, мои правила. Я доберусь до лопаточки быстрее, чем техасский заяц. Проскочит через четырехполосное шоссе. Ясно. Почему здесь Губка Боб нужен? Ох, фризами. Манать Сэнди на ракушке катается. Ой, стой! А я же так задание как бы не взял. Ну, типа, на время. Это ж на время, по идее, должно быть. К этому желудю можно добраться только по небесной горке. До машины я почти доехал. Тут можно даже сократить, ребята, дорогу себе. Намного. Или не долечу, ладно. А, еще не факт, что я могу на машину встать. Точно. Что я про это забыл? Вон, полетели.
Но пока что все нормально. А, прикольно. Много раз я буду падать. Поворот какой-то слишком крутой. Святые, Техас, Мексика, короче говоря. Сэнди живет в Мексике. Чисто прыгаем через навоз. Окей. Так, это мы в лазницу, да, заезжаем? О, там коровы летающие. На шариках. Я вас понял. Они еще кидаются пирогами. Как я понимаю, здесь пока что я... А, это просто горка. Так, тут ничего. Ладно. Зато я носок нашел. Дрифтуем, дрифтуем. Главное не слететь. Мне кажется, либо трасса немного сужается. Фу, долетел. Супер комбо, ультра комбо. О, это уже опасно идет. Ну тут хотя бы дорога шире стала. Вам вовремя уворачиваться, да и все. И вот наш орех. Окей. Я не пойму, для чего вот это. Если я сюда с Спанч Бобом не мог попасть. А, да ладно. Могу ли я с помощью Сэнди выбраться на тот мир? Сейчас попробуем. Тот мир, я имею в виду, в мир Спанч Боба сна. Ах, зараза, теперь меня только сюда тэпают. По идее, я должен успевать. Бля, если б я не упал. Из-за тупой камеры.
Почему? Алло, как мне зацепиться нужно было? Сука. А, я хочу просто попробовать. Все отлично. Сейчас посмотрим насчет Спанч-Боба. В принципе, игра не подолго. Ай, блин. Че он боится? Ага, я робота вижу. Хорошо. Нам только сюда, как я понимаю. Окей, идем к Сквидварду, вас сон. Ради всего святого, малыш, прикрой уши. Мистер Крабс? Что вы тут делаете? Вас не Сквидварда. Несут за что-то наказание. Взгляди, все именно так. Как думаешь, сможешь добраться по этому нотному листу до золотой лопатки? На здоровом носу Сквидварда. Не волнуйтесь, мистер Крабс, я закончу это испытание на мажорной ноте. Ух, удачи тебе, Ньюли. Когда доберешься туда, попробуй его разбудить. У меня уже аспирин кончается. А, то есть теперь везде у нас в основном только вот эти, да? Покатушки. Грустный Сквидвард. Это паркур. Я думал, это тоже покатушки. Монат Сквидвард играть умеет. Чуть не задел шипы. Но я в Майнкрафте много играл херни с паркуром. Так, это будут типа... Да, батуты. Ну это я вам не скажу, что так уж и легко попадать. Именно на вот этих, которые катятся. До туда нужно попытаться еще попасть. Отлично. Так, носок я вижу, хорошо. Пожалуйста, сука, не говорите, что тот активировался. Ладно. Ничего страшного, зато у меня есть носок.
Ох уж этот Сквидвард со своими снами тупыми. Бац, бац, бац. Готово. Трынь. Сразу видно, что Сквидвард умеет играть. Далее. Ага. Примерно я понял. А теперь нужно тайминг споймать. Надо, когда он будет обратно ехать. Это что такое? Ладно, запомнил. Они падают. Какого черта? Так, как эти катаются? Ага. Я могу спрыгнуть вниз и забрать, в принципе. Я не думаю, что это тяжко. Так, все, да? С Сквидвардом мы закончили. Молодец. А теперь дай-ка снимемся с якоря. Выберемся отсюда. Потом у нас мистер Краб, скорее всего, там деньги будут. У нас же еще и Патрик впереди. Отлично. Окей. Тогда не шарим. Так, отлично. Я понял. Time for a little sleepy sneak. Делаем тогда это осторожно. Зараза. Полетели к мистеру Крабсу в сон. Это невероятно. Невероятно отвратительно, хочешь сказать. Мистер Крабс снится Красти Краб. Какая неожиданность. Не видно мне ничего не скрыться от работы. Ого, очередь на обед. Схвачу свою кепку и... Забудь ты про колпак. Хватай лопатку и давай выберемся отсюда. Она похожа на золотую зубчастку, что соединяет бутылочку и... У нас нет на это времени. Противный Сквидвард. Нихера себе здесь врагов. Ну слушайте, это уже арена. А, я понял, все, до свидания. There's nothing like the smell of bubbles in the morning.
Smells like victory. И? Понял, принял. Fresh like a spring breeze. You've just met the Sponginator. Так, короче, тут походу только... А, я понял. Типа, чтобы освободить, мне нужно убивать этих, да? Зараза. Сейчас все заново. Черт. А, за каждого убитого. Тогда теперь понятно все. Так сразу на этого бегу. Ну. Чёртова помидорка. I feel like a new sponge. Ну, ты будешь опускаться или нет? Алло, помидор. Там уже хлеб начал двигаться. There's nothing like the smell of bubbles in the morning. It smells like victory. Кого я вообще должен бить, чтобы той или иной предмет поднимался или опускался? Ой, заразы. О, наконец-то. I feel like a new sponge. Успеваю, успеваю. Все.
все. Все. Так, осталось еще два с... Один сон, один сон. Так, а внизу что? Так, 10 носков я могу еще на лопатку обменять. Как раз Патрику носки дадим. Будет все. Че, полетели? Ну какого? Кач. Зачем так сложно делать? Патрик, я иду к тебе домой. Интересно, что у Патрика буду делать во сне. Патрик, как у тебя золотая лопатка? Давай ее сюда. Не смешно, Губка Боб. Сперва тебе придется пройти мое испытание, прежде чем получить эту золотую лопатку. Ладно, сэр, вызов принят. Очень хорошо. Тебе предстоит найти золотую лопатку. Ты ее держишь. Ты нашел ее! Вот твоя награда. Серьезно, Патрик? Серьезно? Твоим испытанием будет... Патрик, Yes. Да. Я же разобрался с испытанием. Правда? Тогда вот твоя Ты мне уже ее дал. Правда? Тогда твое испытание будет... Слушай, Патрик, мне пора. Гарри, нужно снова искупаться. Окей. Испытание Патрика довольно легенькое, признаюсь. Ну это ж Патрик! Так, хорошо, у нас 70 лопаток ровно. Все, да? А ну-ка. Ну еще одна лопатка и где-то еще носки. А ну-ка, давайте попробуем за Патрика. Сейчас зайдем за Патрика. К Патрику, быстрее сказать. Ну что, у Патрика нету носков здесь? Ну ладно. Довольно странно. Ладно, погнали тогда за... Я попытаюсь еще раз лопатку эту достать. Ну что-то мне такое чувство, что я ее не достану. Ой, начинается. Ready for another fantastic day. Я могу успеть. Ow. Или нет? Ow. Я спешу. Слишком спешу. Я еще не допрыгнул. Найс. Раз, два, три, четыре, пять.
nothing like the smell of bubbles in the morning. Smells like victory. Ну скажи, Спанч Боб, как мне это сделать? Я уже не знаю. А хотя знаю, отсюда я допрыгнуть смогу? Интересно. Изи. Все, мне осталось еще каких-то 4 лопатки найти. Но это как раз мы найдем их в последнем у этого голландца. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.